بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي جميل عفيفي. Меня зовут Гамил Афифи. Я представляю газету «Аль-Ахрам» в выходящую в Египте. Я хотел бы поблагодарить организаторов этой встречи и, прежде всего, уважаемого господина Попова. Наша встреча сегодня — это вторая встреча. Мы подробно не останавливались на той идеологии, которую проповедует ИГИЛ. Вот эта террористическая идеология — это идеология, исповедуется террористами, начиная с 1928 года, когда известный идеолог терроризма господин Саид Кутб выступил с господин Хасан Аль-Банна, извините, выступил с этой идеологией, затем его последователи Саид Кутб и другие развивали эту идеологию. Но, к сожалению, мы подробно не разбирали этот момент и не останавливались на сочинениях вот этих упомянутых и других идеологов братьев-мусульман. Мы в Египте с самого начала возникновения этого течения в Египте и вплоть до настоящего времени мы постоянно уделяли внимание этой идеологии, мы боролись с ней и боролись и боремся с братьями-мусульманами. Мы говорим о средствах массовой информации, мы говорим о том, что ИГИЛ очень большое внимание уделяет именно идеологической работе. Вот уже упоминали здесь цифры, тысячи твитов появляются каждый год, каждый день различные каналы, в том числе каналы спутникового вещания, очень много передач передают и различные информации, которые носят экстремистский характер. Этому способствуют и спутниковые каналы, вещающие из Турции, и из Катара, и из других стран. Кроме того, многие и иностранные силы также оказывают определенную поддержку деятельности братьев-мусульман и им подобных организаций. Но что касается братьев-мусульман, она пользуется финансовой поддержкой из-за рубежа. То же самое происходит и с ИГИЛом, и с Боко Харам. Все эти террористические организации, они стремятся разрушить ныне существующий Ближний Восток, они стремятся прийти к власти, и это явилось бы помощью Западу для того, чтобы навязать свое господство нашему региону. И, безусловно, мы все призваны выступить против этого. Мы должны противодействовать планам Запада и Израиля. И, конечно, Египет не может оставаться в одиночестве в борьбе с этим явлением. Мы все стоим перед одной общей задачей, и международное сообщество должно осознать это явление, и нужно понять, что есть целый ряд организаций, нужно составить список этих организаций и на уровне Организации Объединенных Наций. Идеология террористов также должна бы стать предметом нашего внимания. Это не некое абстрактное явление, это определенная идеология, и мы должны правильно характеризовать ее, проанализировать. Мы должны не просто говорить, что есть вооруженное сопротивление в определенных странах, и так говорят про Сирию, например, что там есть некая вооруженная оппозиция. Мы не должны плестись в хвосте тех понятий, которые навязываются нам с Запада. Мы должны идти впереди и опережать события. Мы
должны не просто говорить о том, что существует ИГИЛ или какие-то иные организации в Сирии, будь то в Ливии или в других странах. Мы должны говорить также о том, что все эти организации пользуются поддержкой со стороны Запада. И мы должны выработать единое унифицированное понятие основных категорий. Мы должны четко определить, кто есть кто. Как уже говорил господин Хамди, мы должны организовать ряд семинаров в арабских странах для того, чтобы хотя бы объединить понятия и выработать единый метод или способ борьбы с этими организациями. Необходимо вести просветительскую работу, необходимо четко определить, какие организации являются террористическими, кто стоит за их спиной. Мы должны все это четко определить. И это будет способствовать тому, чтобы предупредить многих о том, что им придется столкнуться с деятельностью этих организаций в будущем. Мы должны вскрывать те сайты, те каналы, которые действуют сейчас, вот в частности, на территории Сирии, на территории Турции. Целый ряд каналов, целый ряд средств массовой информации действует, который играет на руку террористам и пропагандирует их взгляды. И мы, то есть мы должны гораздо глубже рассмотреть все это явление. Мы должны бороться не только против ИГИЛа, мы должны бороться и против братьев-мусульман. Я, конечно, представляю Египет, и для нас очень важно бороться именно с братьями-мусульманами, но эта организация представляет собой опасность не только для нас, но и для всех. Все сочинения руководителей братьев-мусульман в настоящее время распространяются среди членов террористических организаций. Мы должны проводить семинары во всех арабских странах для того, чтобы как можно глубже и в большей степени познакомиться и разоблачить терроризм. Благодарю за внимание.